Очень часто бывает, что люди в другой ситуации с другим начальником по-другому работают. Поэтому никаких резких движений по кадрам не будет. Сначала изучить санитарный месяц, никаких решений кадровых не будет. В первую очередь поставлена задача резко активизировать поддержку малого бизнеса и предпринимательства. Было заявлено буквально следующее губернатором, что сколько денег нужно на государственную поддержку малого бизнеса, столько и будет выделено областным бюджетом. То есть это задача номер один. Из тех же первых задач это продолжение активной программы по переселению соотечественников из ближнего зарубежья в Амурскую область. Кроме того, сейчас в ходе подготовки официального визита губернатора в Гонконг будет ясно, какие у нас инвестиционные проекты есть по области.